Великий обзор, Арчибальд. Обзор на фильмы. Погнали. С тобой Арчибальд и мой канал Великий обзор. И обозреваем мы сегодня фильм «Малена». А ты знал о фильме «Малена»? А ты знал о Монике Беллуччи? Ее охуенный фильм. Ах, сука итальянская. Ладно. Меньше слов, больше дела. Хотя как без слов, если есть дела. Номинация на Оскар. Лучшая работа оператора. Лучший оригинальный саундтрек. Ну и другие награды, естественно. Шикарная роль Моники Беллуччи. Италия, США. 2000 год. Бюджет картины. Сборы в США, да, до 3 миллиона долларов. Хо. В мире еще круче. Ладно, вернемся к нашему сюжету. Эротическому сюжету. Малена, красавица-вдова. Наваждение мужчины, предмет зависти женщин. Жены распускают они грязные сплетни. Мужья преследуют ее по пятам и грязят они. Грязят они. Мне было 13, когда я увидел впервые ее. Прошло время, и я любил многих женщин. И когда мы были близки, они спрашивали, буду ли я помнить их. Я говорил, да, блядь, я буду помнить вас. Великолепно, да? Но единственное, кого я никогда не забыл, та, которая никогда не спрашивала. Малена. Да. Короче, пацаненок влюбляется в красотку. Красотку Монику Беллуччи. То бишь Малену. Пацаненок вообще такой писклявый, который еще драчует, да, там. Ну, блядь. А та, сука, давай, блядь. Всем отдастся. Фильм великолепный, очень советую посмотреть. Шикарная работа. Да вообще нахуенная как актриса, как она, правда, в возрасте. Да какой нахуй возраст? У женщины не должно быть возраста. Женщина в любом возрасте шикарная, сексапильная. И чтобы стояк был четкий, да. Сука, режиссер Джузеппе Торнантуре, да, он, знал, на что идет, но Оскара не получил, хуёво. Оценка моя 9 баллов, из 8, который поставил Кинопоиск. Ну, хер с ними, хер с этими кинокритиками, ёбаными. Саундтрек, да, есть саундтрек приятный такой. За актрису 10. За фильм твердая девяточка. Девяточка, ребят. Фильм советую смотреть. Вот прямо вот он смотрится залпом. Вот только начали смотреть и залпом, да? И пошло дело. И ты уже саму, да, вот, Малену, ты уже глазами просто пожрайся, блядь. И хочется, чтобы вот и пацан воткнул, да, у нее, и ты, да, и вот как будто бы его вместе жарить. Ну, не все так просто. Красотка неуловимая бестия, блядь. Она вытворяет просто пиздец, что в фильме. Эротика, нет, это эротика, а тут легкая эротика. Легкая, я не скажу, что вот прямо вот. Обзор на порно. Нет, это эротика. Все, ребятки, смотрим. Лайкаем, дизлайкаем. И, конечно же, подписываемся на канал Великий Обзор Арчибальда.
До новых обзоров, ребятки. Пока.